Друзья, салют! Как вы знаете, рассказываю не только об охоте в Африке, но и о нравах Африки, о политике Африки и о том, что вообще тут есть интересно. Сейчас я хочу рассказать историю про водительские права. Для тех, кто не знает, существуют две конвенции. Одна 49-го года, вторая, сейчас совру, там 69-го, условно говоря, 79-го года. 49-го года конвенция Женевская. Ее подписал в том числе Намибия. Остальные конвенции она не подписала и не ратифицировала. Соответственно, де юре, по правилам, в Намибии для иностранцев действуют только вот такие права. Вот такая простыня, вот таким разворотом, с такими страничками. Очень много печати, прямо все. Трам-пам-пам-пам-пам, печати, все везде стоит синий и красный. А вот эти, соответственно, карточки выкиньте себе. У меня была какая-то ситуация, это несколько лет назад, когда меня остановил полицейский на дороге где-то там и сказал, а вот эти права, вот они вот должны быть какие-то международные, там очень мелко написано по-английски, он не понимал, что это у меня есть сейчас эстонские права. Окей, я думаю, ну ладно, я же законопослушный путешественник. Сделал права вот эти вот бумажные, заплатил 26 евро, фотография цветная там такая с простыню размером. 3 дня назад меня останавливает на ротблоке трое полицейских. Ну, окей, машина с юаровскими номерами у меня. Дайте права. Ребята, вперед! В соответствии с Женевской конвенцией 49-го года. Держите. Они изучали минут 10. Они, там следы от зубов есть, они на зуб пробовали, там на просветы смотрели. Хотя тут все как бы, даже голограммка есть, там такая S, она переливается, да? Я говорю, слушайте, а вам что-то не хватает? Они так, ну, нам бы вот такие другие привычные какие-то пластмассовые права. Я им прочел лекцию. Ну, я иногда могу это делать. И достал, соответственно, вот эти права, которые нелегальны в Намибии. Ребятишки довольны, схватили их, захлопали ножками. Ура, 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 права есть, все, все, все здорово. Значит, езжайте дальше, спасибо вам, белый господин. К чему это? Ну вот, сами подумайте о том, как выполняются законы и знает ли полиция законы своей страны. Все это забавно и интересно. safari4u.ee, только рот сафари, Вячеслав Черных, ваш в Африке. Добро пожаловать!